Всем привет! И сейчас обучение этому фокусу. Здесь все происходит благодаря вот этому вот несложному механизму, который состоит из обычных резинок и скрепок. Вот. Я думаю, у каждого это есть. И это все сделать очень просто. Вот. Все это должно выглядеть примерно вот так. Сейчас. Вот. Здесь одна. Для этого нам понадобится 4 скрепки и 3 резинки. С каждого, с этого края должна быть по скрепке. Этой скрепкой зацепляем где-нибудь возле плеча. Желательно за какую-нибудь майку, которая находится под кофтой, чтобы, ну, не испортить ни кофту, ничего. Майку подо мной сейчас идет старая майка, я ее не ношу, поэтому мне жалко портить. Вот. Зацепляете вот здесь и проводите по рукаву, вот так вот. И она находится здесь. Потом просто берете любой предмет, можно взять у зрителя. Например, он дает вам, если ручку, или маркер, или что-то такое. Можно это очень легко здесь вот так зацепить. Вот. И просто берете, накрываете рукой, и когда отпускаете, вот отпускаете, оно залетает в рукав. Все просто. Также точно можно со многими другими предметами, не только ручкой, карандашом. Можно, например, с сигаретой. Вот, хотя это летающая сигарета моя. Вот, можно сигареты просто за фильтр зацепить. Так что точно. Но это все нужно делать незаметно, чтобы не заметили, что вы там что-то зацепляете где-то. А с фильтром все не так просто. Вот, и оно получается вот так вот. Просто зацепляете опять же. И отпускаете, и она улетает в свитер. Только после того, как вы показали, она находится где-то вот здесь вот. Полностью затягивает. И тогда можно подкатить рукава и сказать, что здесь ничего нет. Вот такой простой механизм. Делайте. Главное потренироваться. Не надо сразу показывать. Просто у вас будет первое время маркер, например. Вот зацепляться вот здесь, вот так вот. Не туда заходить, а вот так. Вот, такого получаться не должно. Еще, когда он запрыгает в рукав, прыгает как бы, но это заметно вот так вот. Для этого лучше руку опустить вниз, чтобы рукав вот здесь чуть-чуть свисал. И он тогда, когда будет запрыгивать вот так, это будет почти незаметно. Потому что если когда будет рука вот так вот, он будет запрыгивать и поднимать свитер. Или кофту. Вот такое обучение. Всем, всем спасибо. Ставьте пальцы вверх, если вам понравился этот фокус. Если не понравился, то ставьте. Все. Всем спасибо. Пока.